Всем привет, дорогие друзья! Сегодня предлагаю вам приготовить салат «Коралловый риф» на праздничный стол. Готовится очень просто и быстро. Получается вкусно и очень торжественно. Кальмары нарезаю тонкой соломкой. Я их уже заранее отварила и почистила. Болгарский перец нарезаю также соломкой. Для этого салата берите лучше красный перец, с ним салат будет более ярким. Три яйца нарезаю соломкой и перекладываю в миску. Крабовые палочки нарезаю кружочками, но можно также нарезать и соломкой. И добавлю их к салату. Заправлять салат буду домашним майонезом. В чашу блендера наливаю 200 мл растительного масла без запаха. Добавляю одно яйцо, пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара и чайную ложку горчицы. Устанавливаю блендер так, чтобы желток оказался внутри насадки с ножом. Избиваю буквально секунд 15. Затем добавляю чайную ложку лимонного сока. Избиваю еще 10 секунд. Майонез получается очень густой. Добавляю 2 столовые ложки майонеза и перемешиваю салат. Перед подачей на стол перекладываю салат на блюдо. Сверху посыпаю немного укропом и украшаю красной икрой. Вы только посмотрите, какой он красивый и аппетитный. Друзья, я вам рекомендую приготовить этот очень вкусный и красивый салат на праздничный стол. Уверена, вы не пожалеете. Мне будет очень приятно, если вам понравился этот рецепт и это видео. Оцените его, пожалуйста, лайком и напишите свой комментарий. Буду очень рада. От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам всего самого хорошего.